пятницу пройдет встреча экспертных групп Приднестровья и Молдовы по вопросам экономики. Наша сторона планирует поднять вопрос необоснованного взимания таможенных пошлин с приднестровских импортеров. Из-за пошлин может подорожать фармацевтическая продукция, рассказал ТСВ министр экономического развития Сергей Оболоник. В январе импорт фармпродукции в Приднестровье упал почти на четверть. Молдова настаивает на том, чтобы импорт осуществлялся исключительно по нормам и правилам, которые действуют в Молдове. Наши фармацевты работают по-другому. Вот. Поэтому, опять же, это понуждает наших фармацевтов закупать лекарства, в том числе на оптовых складах Молдовы. Прагматичный подход, но немножко бесчеловечный. Покупать лекарства в Молдове значит переплачивать. Те же препараты, купленные у производителей напрямую, стоят дешевле, говорит Сергей Оболоник. Но в молдавском реестре лекарств, к примеру, российские препараты не найти. Так Молдова заставляет приднестровцев переходить на европейские лекарства. За них платить импортную пошлину не надо, но закупочная цена европейских препаратов намного выше. В нашем лечебном деле многие ориентированы как раз на методики, скорее, свойственные Российской Федерации, чем европейскому лечебному делу, то есть вот эти протоколы лечения. Поэтому, конечно, назначаются больше те препараты, да и, в принципе, цена европейской фармакопеи, она сильно выше. То есть это тоже гуманитарная проблема. Расходы фармацевтов на доставку медпрепаратов возросли. За уровнем цен в аптеках следят в Минэкономразвитии. Сергей Оболоник подчеркнул, это социально значимый вопрос. И государство делает все, чтобы не допустить обострения ситуации.